привет, я Мария Строганова, и в эфире свежий выпуск телепроекта «Культ Фьюжн», ваш гид по культурной жизни нашего города. Предлагаю вашему вниманию обзор самых ярких событий, концертов и спектаклей в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29. Добрый день, дорогие друзья! И вновь мне хочется рассказать о проектах, которые киноконцертный зал «Панорама» подготовил для вас в этом сезоне. 7 марта в киноконцертном зале «Панорама» грандиозный концерт с ярким поэтическим названием «По страницам любимых оперетт». Мы приглашаем в красочный и разнообразный мир классической оперетты. В программу вошли сцены, арии и дуэты из известных оперетт русских и зарубежных композиторов. Иоганна Штрауса, Имры Кальмана, Петра Ильича Чайковского, Джузеппе Верди, Астора Пьеццолы и многих других выдающихся авторов. Мы увидим фрагменты из мировых шедевров: «Летучая мышь», «Марица», «Цыганский барон», «Веселая вдова», «Боядера», «Фиалка Монмартра», «Сильва» и многих других. Звучание живого оркестра, искрометные сценические вокальные номера создадут нам атмосферу праздника и наполнят положительными эмоциями. 15 марта в киноконцертном зале «Панорама» большой концерт шансона. Это одно из самых ярких событий в музыкальной жизни Твери. Это концерт лауреатов премии «Шансон года» Сергея Куренкова, Валерия Кураса, Якова Кирсанова, Дениса Годицкого и других представителей этого жанра. Шансон сегодня – это просто популярная музыка. А популярным может быть многое, в том числе хорошие песни о любви или незатейливые шуточные песенки или серьезные военные песни. И это все шансон. Один из самых популярных жанров в России, у которого есть множество истинных поклонников. И я уверена, что этот концерт придется по душе многим и многим. «22 марта» – долгожданный концерт белорусского вокально-хореографического казачьего ансамбля «Батька Атаман». Все музыкальные номера на сцене сопровождаются безупречным вокалом, яркой хореографией, трюками с шашкой и нагайкой. Все это делает выступление казачьего ансамбля «Батька Атаман» ярким и незабываемым шоу, вызывает восторг и неизгладимые впечатления. 22 марта, 19 часов, киноконцертный зал «Панорама». Билеты уже в продаже. 13 апреля вновь на сцене киноконцертного зала «Панорама» супершоу эстрадной, классической поп-рок-музыки. Тверским зрителям представится исключительная возможность услышать произведения мировой классики, народные песни, хиты российской, советской, зарубежной эстрады в современных аранжировках в исполнении вокального проекта «Вива», который объединил 5 солистов лучших оперных театров России и Европы, звезд мюзиклов, участников российских и международных телевизионных шоу. Репертуар группы позволяет удовлетворить интересы любого зрителя. Приглашаю всех 13 апреля в киноконцертный зал «Панорама» вновь встретиться с этими замечательными, талантливыми ребятами. Каждую
Следите за нашими анонсами, заходите на сайт, бронируйте и покупайте билеты по телефону 300-033 и на сайте panorama-tver.ru. До новых встреч! Надавай! Принеси! Заключительную часть фэнтези-трилогии «Как приручить дракона 3» со слоганом «Братья навеки» можно посмотреть на экране киноконцертного зала «Панорама». Смелее, иди познакомься. Я уничтожу все, что тебе дорого. Приключенческий фэнтези-мультфильм «Как приручить дракона 3» с 21 февраля в киноконцертном зале «Панорама». Лауреат внеконкурсной программы Каннского фестиваля, обладатель «Золотой камеры». Приключенческая исландская драма «Затерянный во льдах» с Мадсом Миккельсеном в главной роли. 21 февраля на экране киноконцертного зала «Панорама». Информация и билеты по телефону 300-033 и на сайте panorama-tver.ru. Эх, меня бы тебе в напарнице. В «Тихом омуте» копы водятся. А «Марси» в комедии «Шутки в сторону 2». «Миссия в Майами» с 28 февраля на экране киноконцертного зала «Панорама». Ты что, лягушатник? Радушный приел. Ключи от вашего авто. Реально? Вот это обзнюква? Полномочий у тебя здесь ноль. Ты никто. Призрак-наблюдатель. Кто так наблюдает? А правило? Падла! Ходить без ствола. Да еще и молчать в тряпочку. Поболтаем, девчонки. Ага. В топку твои правила. Даже не думай. Майами. Детка. Знаешь, для чего созданы правила? Чтобы их обходить. Какой прекрасный выдался денек. Не пропустите улетную комедию с вашим любимчиком Омаром Си. «Шутки в сторону 2. Миссия в Майами». С 28 февраля в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29. Информация и билеты по телефону 300-033 и на сайте panorama-tver.ru. Кроссовки с костюмом? Ты что, это же классика. Это порнуха. Возьму порно-Оскар. Иди ты. На сегодня это все. Смотрите «Культ Фьюжн», будьте в курсе самых ярких событий культурной жизни и индустрии развлечений нашего города. И отдыхайте вместе с нами. Желаю вам солнечного, весеннего настроения в любую погоду. До встречи!